Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с исполняющим обязанности главы администрации Чебоксарского района Владимиром Дмитриевым. На встрече обсуждались вопросы подготовки школ к новому учебному году и пополнения бюджетной части дохода Чебоксарского района. Владимир Дмитриев отметил, что темпы поступлений в казну района несколько отстают от прошлогодних. Но сейчас уже наметились возможности для наверстывания упущенного. Поинтересовался глава Чувашии, как идет подготовка к отопительному сезону 2016-2017 годов. Немножко острые моменты по селу Ишлея, жилищно-коммунальное хозяйство, так как там котельные, которые капитально-котельная, морально устаревшая. Там две топочные котельные мы уже запроектированы. Владимир Дмитриев родился и вырос в Чебоксарском районе, работал руководителем гостехнадзора. Жителям своего родного района я хочу сказать, что я буду прилагать все усилия для того, чтобы вместе с административной системой района, вместе со всеми организациями, предприятиями, которые жилищно-коммунального хозяйства или других направлений работают и делать все для того, чтобы поддержать достигнутый уровень и улучшать его повседневно в целях благосостояния каждого жителя, каждого гражданина района.